Интересно, кто-нибудь из нас хоть раз подсчитывал, сколько времени и сил мы тратим на поиски подарков? Это суета, сейчас она не нужна. Давайте лучше тратить время на что-нибудь другое, более полезное и приятное. Ну, в преддверии 8 марта я могу смело заявить, что в торговом центре «Славянский» вы найдете подарки на любой вкус. Здесь мы заходим в отдел, первый вход от сельсовета, мы заходим в отдел косметики, уже полюбившийся нами отдел. Как приятно заметить тот факт, что люди постепенно учатся любить себя. Приятно полюбоваться на ухоженную женщину или мужчину, который следит за своей внешностью. Таких людей видно издалека, и, к счастью, их становится все больше. Ни для кого уже не секрет, что к нам окружающие относятся именно так, как мы сами к себе относимся. Сложное сейчас время, и мы изо всех сил стараемся облегчить себе жизнь. Но внешность не терпит пауз, откладывать уход за собой просто нельзя. И к этому нужно подходить разумно. Конечно, столько всего на рынке, разве угонишься? А не нужно гнаться, просто придите в отдел с косметикой, и вам подскажут, что нужно именно вам, без лишних затрат, риска и потери времени. Обо всех новинках здесь же вам расскажут и помогут определиться, есть ли у вас необходимость приобрести именно это. Наступила наконец-то весна, и погода нас уже балует своими теплыми солнечными деньками. Очень приятно пройтись по улице, вдохнуть свежего воздуха, и очень приятно заметить один очень важный, опять же, факт. Я замечаю все чаще и чаще, что женщины все-таки начинают себя любить. Все больше и больше женщин стараются быть более красивыми, более желанными. И это желание понятно. Понятно особенно сейчас, в трудную ситуацию, вот такую, которая у нас складывается в городе в целом, ну и в каждой семье. Не будем о грустном, будем о веселом и приятном. Я могу бесконечно перечислять, что нужно мне для полного счастья. Серьезно, бесконечно. Так же, как и любой женщине. И неправда, когда говорят, всего-то надо для счастья какую-то помаду. А помада. В торговом центре «Славянский», в косметике, в нашем уже полюбившемся отделе косметики, куда мы приходим, приходим постоянно. Я прихожу сюда за духами и за помадами, и за тушью для ресниц, и за лаками для ногтей. Почему? Потому что косметика очень хорошая, и цены очень экономные, выгодно. Ни одна женщина, ни одна не откажется от новой, от хорошей помады. Я хочу показать одну новиночку, которая присутствует здесь, в торговом центре «Славянском», вход от сельсовета 1. Здесь вас встречают новинки хороших очень помад. Мне уже полюбилась эта помада. Очень оригинальный дизайн и очень удобный, кстати. Здесь супер устойчивая помада. Она так и подписана. Шаг 1. Наносится на губки. Все знают, кто пользуется суперустойчивыми помадами, что они сушат губки. И именно для этого блеск увлажняющий. То есть ощущение на губах очень приятное. Нет сухости. И помада суперустойчивая, с блеском идет. Можно выбрать и матовые оттенки, можно выбрать и перламутровые, какие вы хотите. К тому же очень удобно. Стоит ли объяснять, что постоянно в сумочках теряются колпачки, они трескаются, выпадают. Здесь такой проблемы просто нет. Очень стильно. Настоящий L'Oréal. Кто сомневается, придите и проверьте. Я говорю точно, настоящее, пользуюсь. Уже все наслышаны о некогда новой фирме Nuba. И всеми полюбившейся уже. Почему? Потому что отличное качество не только помад, но и теней для век. Они все ложатся очень хорошо. Это уже доказано. И люди, которые уже попробовали такие косметические средства этой фирмы, они уже конкретно ищут именно эту фирму. Так вот, здесь вам предложат хороший выбор очень именно косметики Nuba. Мне она тоже очень нравится, я пользуюсь этой косметикой с превеликим удовольствием. И те, кто попробовал уже именно этой серии, этой фирмы косметику, те уже неохотно переходят на что-то другое. И в поисках хороших помад, допустим, вот буржуа, люди
истаптывают пороги магазинов, торговых центров. Так вот, здесь есть и помады «Буржуа», хорошие очень помады «Буржуа», ну, тоже фирма известная, естественно. И моя тоже любимая помада «Мэйбелин» с эффектом увлажненных губ. У каждого в жизни, к сожалению, у каждого в жизни складывалась такая ситуация, что, подарив подарок, ну, например, губную помаду или, допустим, духи, которые есть здесь, духи известных марок, мы, ну, немножко прогадываем со вкусом или с тем, чем пользуется наша дорогая половина. Так вот, чтобы не было таких неприятных ситуаций, которые иногда все-таки, к сожалению, возникают, я хочу посоветовать дорогим мужчинам накануне 8 марта очень хороший выход из затрудненной ситуации. Это отличные подарочные наборчики. Конечно, я не спорю, что если вы вот в эту замечательную шкатулку положите еще немножечко так, ну, скажем, 1000 рублей, то настроение совершенно улучшится, потому что здесь уже можно будет подобрать помаду самой или краску для волос без жертв. Так вот, чтобы обойтись действительно без жертв, пожалуйста, приходите и покупайте отличные наборы. Хороший набор, беспроигрышный вариант. Здесь вы точно не прогадаете. Здесь есть наборы на любой вкус. Абсолютно. Вот такой наборчик. Хороший набор. Фиалка. Здесь всего-навсего средства для ванной комнаты. Очень красиво оформлено. Есть место под денежки. И в будущем пригодится и коробочка. Порадует глаз в ванной любой хозяйки. И цена вопроса такой прелести всего 358 рублей.